награды, форумы, обмен опытом. Все это происходит на выставке World Food 2022. С одним из участников поговорим прямо сейчас. Это Егор Петрухин. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Я представляю компанию «Пучерский сыродельный завод». Это Ивановская область, город Пучеж. Мы занимаемся производством колбасных сыров, мягких сыров, твердых, полутвердых. И новую запустили линейку рассольных сыров. Также мы выпускаем уникальное сливочное масло прямой фасовки без контакта с воздухом. Расскажите, пожалуйста, сколько лет присутствуете на рынке, как широко представлены в России? Завод непосредственно был открыт в 1976 году. На выставке World Food мы уже участвуем третий раз и с удовольствием поучаствовали бы в четвертый раз. Ну, я думаю, что в следующем году выставка обязательно состоится, и если говорить конкретно о ней, вижу дипломы, вижу медаль. Расскажите, в каких номинациях победила ваша продукция? Да, мы выставлялись в номинации «Молочные продукты» с тремя позициями. Это наш уникальный колбасный сыр, который известен у нас с советского времени. Мы его выпускаем по уникальной технологии, вот, используется для копчения ольхобук и только натуральные ингредиенты. Также у нас участвовал в номинации «Сыр Сулугуни». Это одна из позиций наших новых рассольных сыров, которые мы запустили в декабре месяце. И также в номинации, это вот мы буквально готовили специально для выставки, новую линейку сыров из козьего молока. Вот, она получила у нас тоже золотую медаль. Мы вас поздравляем с такими достижениями. И раз уж мы заговорили о выставке, скажите, есть ли у вас какие-то успешные кейсы по итогам данной выставки? Она еще не закончилась, день еще только начался, но, возможно, у вас есть уже какие-то контакты для расширения. Да, мы планируем расширять свою географию. Мы сейчас присутствуем на территории Ивановской области, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Московской. Хотим дальше расширять свою географию. Я думаю, после этой выставки у нас получится и дальше развитие. Дальнейшем. Спасибо большое, Егор. Желаем успеха вашему бизнесу и расширения. Да, я хотел бы тоже сказать зрителям нашим. У нас в декабре месяце открылся уникальный для нашей области проект. Мы открыли от Пучерского сыродельного завода. Это музей сыра. Вот, всех приглашаем, всех ждем. Находится он в городе Иваново на проспекте Шереметьевском, 53. Спасибо большое. Обязательно приедем. Спасибо. До свидания.